Бананы так растут. Ой, что я делаю? Это гусь. Ну как, понравилось, да? Да, очень понравилось. Ладно, пойдем в пятницу, 24 июля. Угу. 20:00. Угу. Вот здесь краники есть, можно набрать воду полезную. Thank you.
что там вкусного. Хинкал или с бараниной, с зеленью, с говядиной. Это 230 рублей за сколько штук? За 4 штучки, наверное, да? Наверное. Нормально. Mm-hmm. Крем-суп, сливочный, тыквенный, тыква, картофель, лук, репчатый, морковь, соль, имбирь, тыквенные, семечки, вода. Так, с говядиной, с... Шурпа из баранины, бульон из баранины, овощи, мясо, ягненка, соль, зелень, специи. 230 рублей. Пельмени. Пельмени. Телятина 220, 100 грамм. Телятина фри 220, 150 грамм. Да. С бараниной, с зеленью 220. Вареники, угу, с творогом. Это мы уже видели. Чечевичный суп, чечевица, лук, морковь, масло, оливковое, зелень. Ну такое полезное все, да? Ну, наверное. Колбаски домашние из телятины с сыром 280 рублей. Сковородочка. Колбаски домашние с бараниной, с зеленью. Смотри, сковородочка. Филе куриное. Грибы. Грибы, шампиньоны, перец болгарский. Сыр пармезан 380. Ну что, неплохое блюдо. Да, неплохое вроде. Зато у нас борщ есть. Морепродуктами, да. Салат. И будет рыба запеченная. Да. И арбуз. А сейчас надо съесть что-то просто вкусное. Такое что-то. Перекусить. Ну да. Не, хорошие, да? Чего мы сюда не заходили никогда? 360. Теплый салат с куриной грудкой. Салат нежность. Семга. Ну все, посмотрели, поели и все, пошли дальше. Овощной. Салат овощной. У нас дома зелень есть, овощи. Салат овощной. Колбаски домашние куриные. Хорошо, сейчас принесу тебе такую порцию. А с борщом что мы будем делать? Мы одну возьмем и съедим с тобой, перекусим. Ну, возьми себе, я просто тогда это посижу с тобой. Ма, ну не выделывайся, вот начинаешь ты... Вот уже характер.